Зловонная трасса. Бежецкое шоссе напоминает место для съемок фильмов ужаса. Более чем на 30 километров от города дорога усеяна внутренностями животных. Картина пугает проезжающих мимо автомобилистов, а запах стоит такой, что сложно удержаться от приступа тошноты. По разбросанным останкам можно проследить весь путь следования автомобиля, накануне перевозящего биологические отходы. Они появляются чуть дальше Змеева, а заканчиваются лишь за поворотом на Кимры. По оценкам экспертов, такого ЧП в Тверской области еще не было. Налицо незаконная выгрузка отходов, оставшихся после разделки туш. Кто именно ее производил, сейчас устанавливают сотрудники полиции. Проверяются все организации в регионе, которые держат скот. Эта машина, если бы она производила санкционированную перевозку биологических отходов, она бы так просто не растеряла их по дороге. Они должны быть правильно оборудованы, эти автомобили. Во-первых, то есть там должен быть непроницаемый кузов, либо непроницаемый контейнер без щелей, без возможности протекания биологических отходов. Вероятнее всего, грузовик просто растрясло на кочках, и содержимое кузова полетело на дорогу. Впрочем, говорить, что водитель этого не заметил, нельзя, поскольку зловещий след заканчивается в канаве, куда были умышленно выгружены остатки. Сейчас приедут сюда специалисты Ромешковской СББЖ с контейнером, с дезинфицирующими средствами. Этот кишечник будет полностью весь убран отсюда и проведена дезинфекция места сброса. В настоящее время на всей территории сброса работают уборочные машины, однако в отдельных местах останки еще есть. Автомобилистам приходится лавировать между ними и проявлять особую смекалку. Ну, сами понимаете, ну как ее потом отмывать-то, это все, это же жиры, это кишки, это запах в машине и все прочее, как все по обочинам и навстречу. По словам специалистов, в таком виде биологические отходы людям не угрожают, между тем они могут нанести серьезный урон природе. Наша задача на данный момент максимально собрать биологические отходы и правильно их уничтожить, чтобы предотвратить любую возможность загрязнения окружающей среды и распространения любых заболеваний, связанных с животными. Юлия Ильичева, Руслан Попов, РЕН-ТВ «Пилот».